Это сигары. Настоящие гаванские. В табачной лавке продается блаженство и вожделение. Это, между прочим, был профессор Зигмунд Фрейд. Наверняка слышал. Знаменитый мозгоправ. Он забыл сигары. Профессор! Можно вас проводить? Тебе что, нечем заняться? Ты ведь так молод. Найди себе девушку. Девушку? Легко сказать. Что это у нас внизу? Извини. Не надо извиняться. Это же комплимент. Ты опять за советом? Я танцевал с самой красивой девушкой в мире, и вдруг она исчезла. Женщины в чем-то похожи на сигары. Торопливая затяжка может испортить все удовольствие. А мои сны? Я даже не понимаю, откуда они берутся. Давай убежим с тобой вдвоем. Нужно иметь мужество, большое упорство, а может быть и глупость. Чтобы попытаться оставить после себя след в этой жизни. Мой друг Зигмунд Фрейд. Скоро на экранах.